Начните наконец-то нагружать и спрашивать на всю катушку вертикаль власти, особенно председателей райисполкому. Хватит местной вертикали витать в облаках и ждать указаний из центра. Все указания розданы. Не закрепим в районах людей путем создания производств и перераспределения ресурсов. Провалим все дело. Остановить отток специалистов в областные города и столицу. Через предоставление жилья, распределение специалистов, вузов, льготы и прочее – это ваши вопросы. Перед руководителем четко обозначены абсолютно земные задачи. Я имею в виду области и район. 1-2 новых инвестпроекта на пятилетку в каждом районе. 2 самых слабых сельхозпредприятия персонально за каждым председателем райисполкома. Возрождение райагросервиса и ПМК, будь то строительных или мелиоративных. Удвоение темпов мелиорации, решение вопроса с пустующими домами и земельными участками. Каких при этом не хватает у вас полномочий для эффективного решения вот данных проблем? Вносите предложение, если не хватает. И не надо ломать социально-экономическую политику. Губернатор, уполномоченные помощники, за вами помощь и контроль. Повторю, генеральная задача власти – обеспечить спокойствие общества, защитить людей и минимизировать влияние грабительских санкций на трудовые коллективы. Радует, что люди сами адекватно понимают ситуацию, поддерживают наш мирный курс на развитие, ну и в конце концов держатся за работу, понимают, что может произойти –